Азербайджан продолжает проводить работу по признанию массовых убийств Ходжалы актом геноцида и преступлением против человечества. Ежегодно память жертв ходжалинской резни чтят во всем мире. В последние годы мероприятия, посвященные этим кровавым событиям, приобрели характер информационной кампании, рассчитанной на повышение осведомленности международного сообщества. Когда произошел геноцид Ходжалы, мы видели, как мир молчал. Мы остались с этой проблемой лицом к лицу. Азербайджанцы и Великобритания ежегодно чтят память жертв этой трагедии. Они участвуют в различных мероприятиях. В этом году мы провели мероприятие в городе Лидс, куда были приглашены официальные лица и депутаты. Мы хотим донести всем, что эта трагедия не только азербайджанского народа, но и всего человечества. Резня, учиненная в Ходжалы, расценивается как одно из самых тяжких преступлений против человечества в прошлом столетии. Для того, чтобы не допустить повторения подобного в будущем, важно активизировать усилия международной общественности по признанию ходжалинского геноцида. Добивается мирового признания и политико-правовой оценки произошедшего кампания «Справедливость для Ходжалы». В числе ее стратегических целей – повышение осведомленности мирового сообщества о кровавых событиях конца 20-го столетия. Цель азербайджанской диаспоры в Швеции состоит в том, чтобы доказать, показать и довести правдивую информацию о событиях, которые происходят в Азербайджане, и добиться справедливости для Ходжалы. А это признание шведским парламентом ходжалинского геноцида. Мелкими, но твердыми шагами, с упорством и с терпением мы идем навстречу нашей цели. И я почти уверена, что рано или поздно Швеция, как страна справедливости и демократии, обязательно признает ходжалинский геноцид. Ежегодно в рамках международной информационной кампании используются различные способы доведения сведений о геноциде в Ходжалы. На центральных улицах, столицах многих стран мира устанавливаются билборды, проводятся массовые мероприятия, выставки, показы фильмов. В этом году кампания «Справедливость для Ходжалы» имеет особое значение. Теперь у нас есть возможность почтить память жертв геноцида там, где он был совершен. Думаю, что в будущем стоит привнести некоторые изменения в формат этой кампании, считая важным организацию визитов Ходжалы иностранных делегаций. Думаю, что соответствующие предложения будут озвучены. Кампания успешно ведется в десятках стран. И на сегодняшний день к ней присоединились свыше 120 тысяч человек из 115 организаций. Последовательная деятельность, направленная на признание ходжалинского геноцида в мировом масштабе, будет продолжена. Эсмира Алиева, CBC.